сейчас. Сейчас мы не знаем. Знамен на это мы определим. Так, здесь что? Здесь что? Первая, вторая рота, делайте шаг вправо. Так точно! Сюда, командиры, смотрите. Иди сюда. Вот, вот. Мальчики, в чем дело? Так, ну что? О, привет! Ребята, с первого, второго шеренга. Петрович! Да. Видите, Петрович. Вперед, тогда мы с вами меняем. Ребята, управление полка. Личный состав вестрою. Вторая рота. Все? Все. Я понял. Третья рота на мероприятии. Четвертая рота, командир роты. По личному составу доклад. Все? Все. Командир пятой роты. Командир пятой. Командир пятой роты. А где остальные у вас? Разлагают воинскую дисциплину? Поставьте всех в строй. Сотников! Островский! Роман! Ковалев! Иванов! Ковалев! Селецкий! Вяткин! Все. We'll be right back.
сказал, возьми деньги. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, ура! Поздравляю с наградой! Благодарю за службу Отечеству! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Чтобы вы, представляя народ, всегда заботились о том, чтобы в нашем городе, в Крыму, всегда было мирно и спокойно. Мы желаем, чтобы благодатью Божию Господь не допустил каких-то обстоятельств, когда нужно будет употребить оружие. Мы молимся об этом, и мы надеемся, что Господь это не допустит. Пусть сегодняшний день, который мы еще особо отмечаем, это день праздничный, весьма значимый для каждого из нас. День, когда мы отмечаем 75-летие освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Пусть те наши отцы, деды, прадеды, наши земляки, как наградят вас, на мужественный подвиг доблестного и важного дела. Я всех вам поздравляю и с сегодняшним праздником, и с юбилеем сегодняшним освобождением города от немецко-фашистских захватчиков. Thank you.
Заколорки стропила Божьи Михаила, есть смотри земли Христа просиявшие, святых и славы Богом Отец и Отец и всех святых, он милует и спасет нас, отдавайте человеку любви. На 30 я корректировку дам, если будет добавляться. Хорошо? На 30 делаю. 16. На 30 пока не пишу. А я тебе скорректирую. Да. Да, все хорошо. Он встал в строй, чтобы снимать, да? Оригинально очень. Прическа у него красная, под военную. Пресса, пожалуйста, поднимитесь либо на ступеньки, либо через ту сторону. Петрович, а ну скажите. Еще больше места больше, да. Отойдите. Еще дальше. Ой, как хорошо. Стой! Вот равнение на середину. Товарищ главнокомандующий, личный состав сводного полка народного ополчения к церемонии награждения построен. Командующий Шеремец. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Дорогие друзья, рад видеть вас сегодня всех на этой площади. Мирное время в нашем сегодня родном государстве Российской Федерации. Мы сохранили мир и спокойствие в Крыму благодаря вам в первую очередь. И за это низкий вам поклон. Руководство Российской Федерации высоко оценило деятельность самообороны Республики Крым, благодаря действиям которой мы не потеряли ни одного человека. У нас все прошло тихо, мирно и спокойно по воле граждан, которые изъявили свое желание быть в Российской Федерации 16 марта. Мы вернулись домой, вернулись все вместе. И в этом огромная ваша заслуга. Согласованный вопрос с нами, с руководством Российской Федерации, позволит нам легализовать крымскую самооборону в ближайшее время в правовом поле Российской Федерации по примеру кубанского казачества, которое оказывало нам содействие в переходный период в это сложное время. Поэтому мы продолжим с вами работу. В среду проведем совещание с командирами подразделений, где будет выработан полностью весь формат нашей дальнейшей жизни. Благодарю вас за службу. Мы ценим ваш подвиг в мирное время. Девочки,
Дорогие товарищи, я вас прошу. Давайте поднимемся назад. Потому что мы сейчас там поймем по руку. Никто не сможет будет на этом месте. Пару слов. Пару слов? Да. О победе. Совершенно верно. Мы победили. Здорово. Наше дело правое. Олег. Ну как? Нормально? Ну как? Пару слов о победе. О том, что вы здесь делаете. Значит так. Чем больше у нас на Украине будет вот таких побед, как в Симферополе, тем быстрее мы будем к светлому будущему дойдем. Ну как? Кто это сказал? Это сказал Мичман? Так, точно. Нормально. Расскажи пару слов, что здесь происходит. Здесь происходит нарождение полка народного ополчения. Пока подготавливаемся. В связи с чем? В связи с переходом присоединения России, Крыма к России. Мы все рады, все празднуют, все довольны. Правильные вещи в руках держишь, с полотом. Уповающим на тя, и тебе славу воссылаем со единородным твоим сыном, и с пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Командир полка, офицеры управления, ко мне! Внимание, офицер управления! Четыре шага вперед! Шаг! Марш! Не трогай меня, пожалуйста. Пожалуйста, не трогай меня. Медаль за защиту Крыма 2014 года вручается командующему полка народного ополчения Шеремету Михаилу Сергеевичу. Командиру полка Бочкареву Альбушу России. Начальнику штаба полка Пластакову Дмитрию Кирилловичу. Заместителю командира Куликову Сергею Дмитриевичу. Специальной роты Мерцалову Владимиру Викторовичу. Командиру роты ЮБК Минасяну Авсету Архимедовичу. Командиру мотоманевренной группы Ернему Сергею Валентиновичу. Командиру 15-й роты Куртаметову Энверу Ягляевичу. Командиру 14-й роты Степанову Николаю Прокофьевичу. Командиру 13-й роты Климчук Олегу Алексеевичу. Командиру 12-й роты Шигалеву Николаю Владимировичу. Командиру 11-й роты Криворученко Олегу Николаевичу. Командиру 10-й роты Заровчатскому Марку Владиславовичу. Командиру 9-й роты Котлову Владимиру Владимировичу. Командиру 8-й роты Маловичко Леониду Леонидовичу. Командиру 7-й роты Абалакову Олегу Евгеньевичу. Нашему будет, ура! Командиру 6-й роты Корниенко Олегу Ивановичу. Командиру 5-й роты Ляучину Андрею Владимировичу. Командиру 4-й роты Мартаяну Самвелу Гамлетовичу. Командиру 3-й роты Тарасову Сергею Ивановичу. Командиру 2-й роты Азардовичу Анатолию Анатольевичу. Командиру 1-й роты полка Турчиненко Сергею Анатольевичу. Командиру Красногвардейской роты Полоцкому Павлу Ивановичу. Командиру гвардейской роты Токмакову Вячеславу Александровичу. Привет!
Командирам подразделений приступить к церемонии награждения. Фотограф, отойди в сторону. Не буду. А я тебя. Командир разогнался и выстрелил. Да, нет. Давай. Нет. Лошкарёв! Протокин Сергей Викторович. Новиков Александр Юрьевич. Корнев Александр Петрович. Спасибо за службу. Селиванов Станислав Филиппович. Это может надо их как-то перевернуть. Передухов. Передухов Олег Дмитриевич. Да, это ваша радика. Украли у меня. Сергей Дмитриевич. Да, надо и украли. Озвучьте. Баландин Михаил Алексеевич. Товарищ папа, представляйте награждение наградой Крыма. Алло. Крыма. Всего сердца поздравляю. Спасибо. Олейник Дмитрий Эдуардович. Я. Ваш полковник, ополченец Олейника за рождение прибыл. Гриценко Алексей Юрьевич. Гриценко Алексей Юрьевич. Грищенко Алексей. Балин Юрий Николаевич. Служу России. Чичиков Дмитрий Александрович. Прибыл получить, пожалуйста. Денисюк Тимофей Васильевич. Служу России. Денисюк Тимофей Васильевич. Черепанов Николай Владимирович. Боль Александр Васильевич. Боль прибыл для получения награды. Мельницкий Альберт. Леонид Альбертович. Ты снял, да, как? Мельницкий Александр. Она в фоне. Сейчас, Кириллович. Валик сейчас. На фото, на мой фото.
Нужно было сразу прийти, чтобы нас задержали. При защите Республики Крым от радикального национализма и фашистских бандеровцев. Награждается медалью за защиту Крыма Красуцкий Жан Владимирович. Выйти из строя. Медаль. Ну, России! Долгий Анатолий Васильевич. Поэтому сейчас...